Шалом, возлюбленные. Как у вас дела? Мы продолжаем молиться за всех вас, чтобы вы приняли мир и обильные благословения Господа. Возлюбленные, давайте выразим нашу благодарность Господу Иисусу через хвалу и поклонение. Призывая вас, давайте петь вместе, давайте поклоняться Ему. Selatan terdengar hujan bagi Allah dari barat sampai ke timur nama Yesus di sanjung tinggi dari pulau-pulau lembah-lembah gunung-gunung yang tinggi kemuliaannya disaksikan kebesaran Yesus, nama Yesus di sanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah. Siap lomba. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Siap lomba, let's go. Allah kuasa yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah kuasa yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Ayo tepuk tangan sama-sama. Berkuasa seluruh bumi sujud menyembah tinggikan namamu Allah dahsyat berkuasa seluruh siap lebih tinggi lompat lompat Allah dahsyat berkuasa seluruh bumi sujud menyembah tinggikan namamu Allah dahsyat berkuasa seluruh bumi sujud menyembah tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, Allahu dahsyat. Возлюбленные, давайте послушаем особенное послание из Слова Божьего, которое подготовил для вас сегодня пастор Ника Ньюхарахардио. Пусть Слово Божие, которое мы примем, направит нас и даст нам мир. Мы благодарим Тебя, Авва. Мы находимся сейчас на ежемесячном молитвенном собрании сотрудников, и Ты находишься на этом месте. Ты касаешься каждого из нас лично. Раб Твой чувствует Твою удивительную великую любовь к Твоей Церкви. Эта Церковь существует уже 31 год, и Ты все это время так благ к нам, Господи. Мы сегодня являемся теми, кто мы есть, благодаря Твоему благоволению к нам. И все это только по милости Твоей, Боже. О Господь, вот мы пред Тобою. Помоги Твоему рабу, Господь, передать всем детям, всем Твоим детям,
близкие отношения с Тобою, которые я строил все это время. Я благодарю Тебя, Господи, спасибо Тебе. А сейчас, пожалуйста, говори к нам. Господь, говори через уста Твоего раба, открывай нам свое сердце. Помажь раба Твоего и помажь всех нас. Тихо сидеть рядом с Тобою и слушать Твое послание. Мы молимся во имя Иисуса. И давайте вместе скажем на это «Аминь». Воздадим Господу большие аплодисменты. Восклицайте Ему. Хлопайте Иисусу. Еще больше. Аллилуйя. Аллилуйя. Благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Присаживайтесь, возлюбленные. Я хочу дать вам два определения понятия поклонения. Сначала более узкое определение. Поклонение — это когда мы приходим к нашему Богу. Давайте вместе придем к Нему. А более широкое определение этого понятия состоит в том, что мы делаем для того, чтобы угодить Богу, чтобы порадовать Его. Вот что означает поклонение. Поэтому мы должны быть послушны Слову Божьему. Мы должны размышлять над Словом Божиим день и ночь и исполнять Его. И тогда, разумеется, Иисус будет очень доволен. А вот что значит поклонение. Поэтому любите Господа и бойтесь Господа. Многие люди порой задаются вопросом, что значит любить Господа, что значит бояться Господа. А это значит, что вы послушны Слову Божьему и размышляете над Словом Божиим день и ночь. Исполняете его. Это угодит сердцу Бога. А вот что значит поклонение. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Возлюбленные, хочу призвать вас. Мы входим в 32-й год служения нашей церкви. Давайте пообещаем Богу, что мы будем использовать свою жизнь так, как угодно Богу. Кто из вас готов дать Богу такое обещание, тогда повторяйте за мною. Кто желает во всем угождать Господу, поднимите свои руки. Господь даровал нашей церкви ДНК восстановления скинии Давида. Скажите вместе со мною «Восстановление скинии Давида». Восстановление скинии Давида. Мы вместе прочитаем из 15 главы Деяний, с 15 стиха по 18 включительно. Раз, два, три. «И сим согласны слова пророков, как написано. Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела Его». Возлюбленные, я верю, что Сам Иисус говорит нам, что Он вскоре вернется на эту землю, и что это время уже близко. Он говорит, «Я восстановлю скинию Давида падшую». Он восстановит ее из руин. Он снова поднимет ее. Возлюбленные, это не означает, что восстановление скинии Давида произойдет уже тогда, когда он вернется. Но Писание подразумевает,
что это уже происходит. Восстановление скинии Давида уже происходит. А позже, когда Иисус вернется, восстановление скинии Давида завершится во всей полноте. Во имя Иисуса. Во всей полноте. Итак, возлюбленные, для чего Господь восстанавливает скинию Давида? Давайте вместе прочитаем 17 стих. Итак, готовы? Раз, два, три. «Чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие». Поэтому Иисус восстанавливает скинию Давида для великой жатвы душ, которая вскоре начнет происходить. Громко восплещите нашему Господу. Что же включает в себя восстановление скинии Давида? Возлюбленные, скиния Давида была шатром. Это не было постоянное здание. Это был простой шатер. Внутри этого шатра стоял ковчег Завета, а вокруг ковчега Божьего стояли поклонники, которые прославляли Господа и единодушно поклонялись Ему днем и ночью. Возлюбленные. В то время для этой роли было специально отведено 288 поклонников. Каждая команда насчитывала 12 человек. То есть 24 команды по 12 человек. Всего 288. Я уверен, что это поклонение длилось круглосуточно, без перерыва. А в первой книге Паралипоменон написано, что поклонникам не давали какие-то еще другие задания, потому что их постоянная задача была прославлять Бога и поклоняться Ему днем и ночью. Обратите внимание на то, что они молились, славили и единодушно поклонялись Богу днем и ночью. Мы можем сделать вывод, что они имели живые, близкие отношения с Богом. Если мы будем иметь близкие отношения с Богом, то, безусловно, сможем стать могучими воинами Христа. Мы будем одерживать победы. Если вы хотите побеждать с Богом, воскликните Ему. Я повторюсь, мы победители тогда, когда мы в близких отношениях с Господом. Если мы будем иметь близкие отношения с Богом, то мы точно будем исполнять волю Божию в этом поколении. Воздайте Господу большие аплодисменты. Возлюбленные во Христе, давайте! Господь желает, чтобы я передал вам как наследие близость с Господом, близкие отношения с Ним. Послушайте, близость с Богом очень важна. Таким человеком, имеющим близкие отношения с Богом, была Мария. Однажды Иисус пришел в дом Марфы и Марии. Они встретили его с большой радостью. Послушайте, как они его приветствовали. Марфа при виде Иисуса закричала: «Ух ты, Иисус пришел!» И она сразу забежала в комнату, начала убирать и сменила белье на постели. Она задумалась: «Так, какое у Иисуса любимое блюдо? Хочу его порадовать!» «Тушеная говядина, быть может. Кто знает?» И Марфа тут же начала готовить. Поскольку пол был грязным, Марфа тут же начала еще и полы драить. А что в это время делала Мария? Она сидела у ног Иисуса и слушала, чему Он учил. Марфа была вся взмылена. Она даже вспотела, так стараясь ему угодить. И в итоге она разозлилась на Марию. «Учитель, только посмотри. Я тут тружусь в поте лица, а Мария сидит себе. Прошу, скажи ей, чтобы пришла и помогла мне хоть немного». И что на это ответил ей Иисус? «Марфа, Марфа, дорогая, ты о многом печешься. И о многом беспокоишься. Мария выбрала лучшее, и это не отнимется у нее. Поэтому, возлюбленные, мы можем сделать вывод, что в глазах Бога важнее сидеть у ног Иисуса, слушать Его слова, и после того, как мы поймем, что Он говорит, исполнять то, что Он велит нам. А вот что означают близкие отношения с Богом.
Я не имею в виду, что вы должны все бросить, никогда не мыть туалет, не готовить тушеное мясо. Нет, я не об этом. Конечно, вы должны делать и это, но самое главное в вашей жизни. Первая характеристика тех, кто имеет близкие отношения с Богом, это сидеть у ног Иисуса и слушать, что Он говорит. Воздайте Богу аплодисменты. Возлюбленные, если Бог просит вас сделать что-то, Он не станет сразу открывать вам все до единой детали. Послушайте меня внимательно. Он скажет нам, как пройти из точки А в точку Б. И что мы можем делать? Делать первый шаг. Он не покажет сразу, что нас ждет в самом конце. Он не говорит от самого начала, как все будет в конце. Мы делаем шаг за шагом, и когда мы перешли в точку Б, снова сядьте у ног Иисуса и прислушайтесь к тому, что Он вам говорит. И тогда вы сможете дойти до точки Б. Может, вы будете не все понимать, но важно в послушании делать шаг, если Бог вас об этом просит. Это то, что делаю лично я. Это часть того, что значит ходить в близости с Богом. Это то, что практикую я, возлюбленные. Проводите много времени у ног Иисуса. Слушайте, что Он вам говорит. Не думайте, что сами все сможете. Посмотрите, что сделала Мария за 6 дней до того, как Иисуса распяли. Иисус ужинал, и к Нему подошла Мария. В ее руках был сосуд с очень дорогим благовонием. Она разбила этот сосуд и вылила содержимое на тело Иисуса. Весь дом наполнился чудесным благоуханием. Мария даже вытерла ноги Иисуса своими волосами. У многих возникли вопросы, в особенности у Иуды. «К чему такая щедрость? Это слишком дорого. Зачем все это?» Это драгоценное мира можно было продать за 300 динариев и затем раздать их нищим. Кстати, Иуда не особо беспокоился о нищих. Он подумал, что если бы он продал это мира, то смог бы взять часть денег себе. После этого Иисус взглянул на Иуду и сказал, «Нищих вы всегда будете иметь при себе, а я не всегда буду с вами». Его ученики посмотрели на него с удивлением. «Интересно, что это он имеет в виду?» Иисус объяснил им, «Вылив на меня столь драгоценное благовоние, Мария приготовила меня к погребению. Он добавил, что всякий раз, когда в мире будет проповедоваться Евангелие, будет упоминаться о том, что эта женщина сделала для него, в память о ее поступке ради него». Вот это да! Почему Мария заслужила столь высокую награду? Как по мне, это огромная честь. Всякий раз, когда в мире будет проповедоваться Евангелие, будет упоминаться и о том, что эта женщина сделала для Иисуса, что она, по сути, сделала для Него. Что имел в виду Иисус, говоря, что она приготовила Его к погребению? Возлюбленные, помимо того, что Иисус был на 100% Богом, Он к тому же на 100% был человеком. Скажите «Аминь». Он был таким, как мы с вами. Он знал, что вскоре Его ждут великие страдания и смерть. Он уже тогда знал об этом. И Ему, как любому человеку, нужна была поддержка и утешение. Ученики этого не понимали. Но вдруг входит Мария, и она сделала как раз то, что Ему нужно было. Она исполнила волю Божию в своем поколении. Те, кто имеют близкие отношения с Богом, безусловно, исполнят волю Божию, смогут совершить волю Божию в нынешнем поколении. Ирая, Тамалая, Иангу, Иманда, Дамамалуа, Даэрагу, Дай
примите Божие благословение, обильная благодать Бога Отца в Его единородном Сыне Иисусе Христе и сладостное общение с Духом Святым да пребудет со всеми вами, начиная с этого дня и до дня, когда Господь Иисус грядет на облаках и даже во веки веков. Аллилуйя! Мы с вами славили, поклонялись и вместе слушали Слово Божие. В знак нашей благодарности за спасение, которое мы приняли от Иисуса Христа, давайте жить святой и угодной Богу жизнью. Это будет радовать сердце нашего Бога. Kesetiaanmu pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Akui Yesus kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Kamu hanya kau Tuhan sumber kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sorak-sorak
Tuhanku, ku yakin dan percaya. Tuntun langkahku, Yesus. Yesus kaulah raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Come on. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu tercuka bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Tuhan berjalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Sorak-sorai, ayo akui dia. Yesus kaulah raja dalam hidupku. Kuasa berjaya, angkat tangan. Yesus kaulah raja dalam hidupku. Lompat lebih tinggi. Come on. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Dengan kau Tuhan, Tuhan berjalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, tiga kali sambil lompat. Satu, dua, tiga.